Ежегодный конкурс «Наше Подмосковье», объявленный губернатором Московской области Андреем Воробьевым, вызвал большой интерес у людей. В нем приняли участие и стали победителями многие жители Ленинского района. Среди них и Наталья Федоровна Калинина. В этом году она выходит на конкурс с новым проектом. Цель его – привлечь людей в природоохранную деятельность. А мечта этой женщины, чтобы каждая семья вырастила хвойное дерево или взяла под свою опеку уже посаженное в сквере, парке или во дворе. Проект, с которым Наталья Федоровна Калинина, жительница города Видное, выходит на конкурс «Наше Подмосковье», называется «Мини-лесничество». Цель ее проекта – выращивание сосен и елей для озеленения города. Вся методика посева хвойных культур, она достаточно сложная. Но то, что мы выращиваем маленькие-маленькие саженцы, крошечные, через год, через два они вырастают уже в тот посадочный материал, который можно уже посадить в детских садах, ну, где-то во дворах, в парке, в сквере, украсить наш город, наш район. Наталья Федоровна – председатель общества охраны природы. Уже 8 лет занимается разведением саженцев на своем огородном участке. Проводит акции по высадке их. Каждую весну, мае, где-то до середины июня, когда можно сажать, и уже где-то с августа. Естественно, я провожу акцию и раздаю свои саженцы. Выращивая саженцы хвойных культур, а потом высаживая их в городе, Наталья Федоровна преследует цель вовлечения в природоохранную деятельность как можно больше людей. Если ребенок и даже взрослый человек сам из семечка добровольно вырастил саженец, и он его где-то высадил, то я думаю, что он уже не сгубит лес и не срубит там несколько сосен только потому, что они ему мешают. Саженцы Натальи Федоровны, высаженные в городе, уже стали вот такими большими. Они не только украшают его, но и истончают целебный аромат. В настоящее время на участке подрастают 10 елочек, 12 сосен, разные сорта можжевельника. Некоторые из них уже этой осенью Наталья Федоровна планирует высадить в городе с привлечением всех желающих, кому не безразлична окружающая нас природа. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.